Всем привет! На РЕН-ТВ выходит новый сериал под названием «Таксопарк 13». Сергей Ясаулов – обычный инспектор ГАИ, жизнь которого привычна и понятна. Его жена Ирина – федеральная судья. Вместе они воспитывают 18-летнюю дочь Таню. Но однажды семейный конфликт оборачивается чередой событий, которые резко меняют жизнь Ясаулова. Его дочь попадает в аварию, а жену Ясаулова обнаруживает в постели, задушенной его же ремнем. Став фигурантом уголовного дела, Ясаулов берется за собственное расследование убийства. А чтобы после увольнения из ГАИ иметь хоть какое-то средство к существованию, устраивается на работу в городской таксопарк номер 13, которым руководит Тимур Алимов. Премьера сериала «Таксопарк 13» состоится в 2024 году. Точная дата выхода будет известна позже.